приветствую вас. Нет, ну, конечно, элементы психосоматики у вас, безусловно, присутствуют. Это совершенно очевидно. Вот. А я могу сказать только лишь то, что соглашусь с коллегами, кто считает, что сперва вам нужно обратиться к врачу, потому что совершенно непонятно, откуда вы взяли лекарства, откуда вы взяли препараты. Вот, вот вам нужно обратиться вначале к врачу и поработать с врачом, да, с врачами, чтобы вам назначили терапию. Вот, чтобы вам назначили в том числе и психотерапию. Вот, и уже тогда по направлению, которое обозначит вам ваш врач, можно будет работать и с психологом. Вот. Это первое. Второе. Значит, мнительность, боязливость, непринятие себя, ну, это все, конечно, достаточно серьезная история, и существует, правда, много методов работы с этим. Но основной момент, который вам для себя желательно выявить, это то, что связано непосредственно с травмой. То есть очень важно, чтобы вы именно травму свою пролечили. Очень важный момент. Пролечить ее можно только регрессией. То есть прорабатывать ее нужно. Вот вы не пишете, что у вас за травма. А жаль, потому что момент на самом деле очень важный. От того, что у вас за травма, от того, какая она, в результате чего вы ее получили, как вы ее получили. Это могло бы помочь. Вот. Поэтому я бы рекомендовал вам все же как-то для начала определиться с тем, конкретно определиться с тем, как вы будете действовать. Вот. То есть, как вы будете себя, к примеру, позиционировать, а как вы будете относиться к себе. Вот. То есть, как вы, ну, грубо говоря, организуете работу по помощи себе. Вот. А на мой взгляд, это очень важная история. На мой взгляд, это очень важный момент. Потому что пока что вы не организованы. Абсолютно. Вот. Ваш страх, да, прекрасно понимаю, что вы боитесь, прекрасно понимаю, что вы испытываете постоянную тревогу. Вот, прекрасно себе в этом
отдаю отчет. Но как бы ничего не изменится, если вы так и будете, собственно, ну, двигаться дальше. Ничего не изменится. Вот. Для того, чтобы что-то изменилось, нужно действовать. Вот. То есть нужно, чтобы был план у вас хотя бы. Ну, вот. Вот давайте мы с вами и определимся для начала. Что это за план? Вот. Если вы, к примеру, чего-то не знаете, да, то мы поможем. Это совершенно точно. Мы готовы помочь вам. Вот. Но нужно, чтобы вы именно сами были готовы что-то делать. Вот. По препаратам в интернете вам никто ничего не подсказывает по препаратам. Потому что ставить диагнозы дистанционно, да, не видя человека, это непрофессионально. Вот. Так что, я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос. Чтобы вы работали, чтобы работа была эффективной, ну, к примеру, с вами, вот. Нужно сперва снизить эмоциональный накал. Вот. Для этого используется препарат. А дальше идет психотерапия. По сути. Вот так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.